Пришло время затронуть PS4 и узнать ее максимальные возможности. Сразу скажу, что здесь полно различных плюк будет названо, поэтому видос будет как минимум интересным, если вы не интересовались темой PS4 ранее. Вообще, четверка очень прикольная система, тем более если ее прошить, потому что в таком случае открываются ее максимальные возможности. Обо всем мы поговорим. Но перед тем как начать, если вам нужны дешевые игры и подписки для PlayStation, то рекомендую сайт xdifizbox.difiztore.ru. Вы можете спросить, а при чем здесь игры PlayStation к сайту, в котором есть название Xbox. А дело в том, что на этом сайте имеется раздел для PlayStation. Переходим в раздел PlayStation Plus и видим основные подписки. Вы можете приобрести здесь PS Plus Deluxe на 3 месяца, либо на 12. Купить PlayStation Plus Extra на 12 месяцев, либо Essential тоже на 12 месяцев. Цены низкие, урвать годовую подписку за такой прайс это выгодно и полезно. В разделе покупка игр вы найдете мега крутое предложение. Вы можете заказать себе совершенно любую игру от 800 рублей до 12 тысяч. Не нужно ждать отдельных предложений не с играми вы самостоятельно указываете сумму, платформу, на которую желаете купить. Это либо PS4 или же PlayStation 5 и название игры. Также имеется возможность получить скидку в 2% при заказе от 500 лир, либо 3% от заказа на 1000. Можно заранее связаться с администрацией и обсудить все моменты. Отзывы реальные, это только подтверждает надежность этого сайта. Игра быстро оказывается на вашем аккаунте, ребята работают оперативно. Вы также можете заказать в группе ВК предзаказ на году Форагнарек. Это та игра, которая поднимет продажи PS4 и 5. Поэтому поспеши и лучше заранее приобрести годноту, чем потом, когда все ваши друзья и знакомые пройдут легендарный проект, ловить спойлеры и не закодистить сети во избежание их. Поэтому, если вам нужны игры и подписки для PlayStation в это нелегкое время, то смотрите описание и там найдете все необходимые ссылки. Вообще, если мы говорим прям за максимум, который можно получить, то PS4 у вас должна быть прошкой. Но этот момент индивидуальный, ибо если у вас FAT или Slim, то вы все равно сможете воспользоваться всеми бонусами, про которые мы сейчас поговорим. Самое банальное, что нужно знать, это прошивка. Как бы здесь так говорить, чтобы видос вместе с каналом не снесли? Вот если вы интересовались этой темой для PS3, то принцип здесь схож. Прошиваете вашу консоль, делается все легко. Но есть свои нюансы и получаете доступ к огромной библиотеке игр бесплатно. Но бесплатно ли это? Потому что, как минимум, нужно купить жесткий диск либо SSD. Да, ты как бы можешь попробовать забить внутренний хард PS4, но когда его начинаешь забивать, то консоль, во-первых, работает медленно, но во-вторых, игр туда влезет немного, а HDD стоит денег. Так что бесплатные игры оказываются вовсе не бесплатными. Если уже решили приобрести накопитель, то для максимума стоит использовать SSD, так как он загружает игры быстрее. И если вы давно играете на PS4 и, в принципе, прошли путь восьмого поколения, то знаете о том, что бывают моменты, когда ты видишь, как на твоих глазах загружаются текстуры. Но благодаря SSD этот процесс занимает секунду. Да, ты увидишь, как прогружаются текстуры, но результат куда лучше, чем на обычном харде. Что дает прошивка помимо бесплатных игр? Отсутствие онлайна по понятным причинам. Для онлайна нужна актуальная прошивка, а если у вас PS4 прошита, то никакой последний ПВО у вас быть не может. Поэтому подумайте о том, а нужно ли вам это, если в таком случае пропадает доступ к мультиплееру. И так как игра в онлайне на четверке меня не интересует, то для меня это не минус. Но вы можете написать в комменты, а вообще сейчас онлайн доступен для PlayStation 4, или соневский маразм крепился максимально. Когда только вышла прошивка, ее функционал был сильно ограничен, и в новинке сыграть возможность не предоставлялось, как и сейчас собственно. Когда выйдет какая-нибудь новая игра, то в день выхода она не будет доступна для прошитой четверки, а появится со временем, так будет всегда. Но тут ждать осталось пару игр, так что подождать можно God of и поиграть в него спустя какое-то время, а не сразу на старте. Но тема прошивок для PS4 активно развивается и круто, что бэкапы выходят быстро и на прошивку четверки никто не забил, ее развитие будет только продолжаться. И сейчас это все не очень на самом деле, но уже прошивка дает большой плюс помимо скачивания игр. Я обожаю говорить за FPS Boost, и благо он уже появился на PlayStation 4. На самом деле штука интересная, но как мне кажется, не очень нужная, потому что с FPS на PS4 все окей. Там нет 15 кадров, чтобы ты такой сидел и думал о том, а во что же я сейчас такое играю, что моя четверка не может вывести эту игру. Что такое FPS Boost на PS4? Это патчи, которые позволяют игре работать 60 FPS там, где до этого было 30. Список игр неплохой, но многих проектов нет, и так как для каждой игры нужно делать отдельный патч, то всю библиотеку Завезут еще не скоро, либо придумают другой способ снятия ограничения. Работают ли стабильно эти 60 FPS? Они работают нестабильно, но получить прирост получится и он неплохой. Результат будет сразу заметен и тут мы обращаем внимание на PS4 Pro, потому что это не безобидный способ, который позволяет вам просто взять и накатить 60 FPS, либо его просто поднять. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если у вас обычная версия PS4, то придется пожертвовать качеством изображения ради прироста FPS. Оно может упасть до 720p, но при этом вы получите свой FPS. И тут уже сразу появляется вопрос, а нужно ли это? Как бы с одной стороны ты получил прирост, а с другой твое изображение в пикселях стало хуже, причем также в два раза, как и повысился FPS. Но из своих личных наблюдений хочу сказать, что графон же на PS4 достойный, и даже при том, что качество изображения становится хуже, игра от этого не страдает, и можно играть в 720p спокойно. Но сам факт того, что ты в конце этого года будешь играть проекты в HD разрешении, настораживает, и создается впечатление, что ты не получил прироста, скорее даже наоборот откатился назад на поколение к седьмому, я 360 и PS3. А ведь видео называется PS4 на максималках, поэтому все-таки обычную версию PS4 стоит отложить, если вы собираетесь использовать такие махинации. И нужно ведь наглядный пример, и он сейчас будет. В нединамичных местах на PS4 Pro RDR2 работает Full HD с FPS бустом в кадров 5045. На обычной же PS4 вы получите те же самые FPS, что и на Pro, но только разрешение станет HD. если ты играешь с большого расстояния на PS4, то как бы пойдет такая картинка. Но если прям рядом, то это огромная беда, и вы получаете мыло, мыльцом, Мыльницу. И сразу же хочется непроизвольно сказать о том, что мыло Station вернулась со времен PS3. Когда ее так часто называли, но ведь это катсцена, скажите вы и чему тут нагружаться. И верно подмечено. Отправляемся в открытый мир и видим, что получаем плюс 5 FPS. Я вроде как помню, что на обычной версии PS4 проект может просаживаться до 25 кадров. Если Rockstar Games не пофиксила свою игру тонами патчей и такая проблема осталась, то получить 10 fps, конечно, можно. Но опять же, HD разрешение. На прошке же Full HD и прирост 5 FPS, ну такое себе. Хотелось бы чего-то получше, и разные игры ведут себя по-разному. Все-таки дело здесь заключается в требовательности проекта, и RDR это мощь с отличной картинкой, которая всегда будет выглядеть замечательно. Поэтому использовать FPS Boost в RDR 2 не стоит, если у вас обычная версия PS4. Тут скорее PS4 на минималках будет, чем на максималках. А вот если прошка, то пойдет. Можно юзать такой способ, ибо качество картинки остается нормальным. И вы получаете пару FPS, что как бы будет гарантировать вам стабильность. Но по моим ощущениям, и в стоке PS4 Pro FPS не просаживается, что автоматически говорит нам о том, что этот способ для этой игры не подходит. Но вот Bloodborne настолько мощно бустится, что это прям удивляет. 60 FPS получить не желаете, а такое возможно. Если нужен отдельный видос с тестами игр при помощи бустов, модов и прочего, то сделаю. Это не сложно, главное, чтобы вы такое смотрели. 60 FPS в Bloodborne уже могут порадовать, и благодаря настолько мощному приросту этим заниматься стоит. Но еще у вас должна быть именно прошка, друзья. Ибо обычная PS4 такое не вводит. И играть с плюс FPS, но минус качеством изображения станут далеко не все. Я их прекрасно понимаю. Представьте, что если бы такой способ появился на седьмом поколении консолей. PS3 и так выдавала 720p, а здесь хоп и оно опускается до 480. Это невозможно, хоть из больших расстояний выглядит норм, но все равно в глаза бросаться будет. Так что если хочется FPS, то нужно покупать только PS4 Pro, а те у кого уже есть прошка, просто получить более стабильный FPS, если прошлый вас не устраивал. И тоже непонятно почему, но это дело уже каждого. Как утверждали некоторые люди, сам такой не тестировал. В некоторых играх, где нет русской локализации, причем не субтитров, а озвучки, ее можно накатить благодаря шитой консоли. Так что прошивка открывает не только доступ к бесплатным играм, а локализации тех тайтлов, которые не озвучивали. И считайте, что прошивка это своего рода ПК, который открывает уйму разных возможностей. И с каждым годом, если не месяцем, функционал плойки становится только лучше. Еще есть тема с эмуляторами, но эта тема слишком такая себе, потому что лично я знаю только ретро Arch, Упоминаю его частенько, так что если канал вы смотрите, имеете представление, что это такое. Игры там работают ужасно. Не знаю, когда доведут это все до ума, но эмуляторов можно сказать, что на PS4 нет. Мегадрайв иногда может подлагивать, а что говорить за другие системы. Но если вам уж прям так интересно, то давайте посмотрим на Nintendo 64, чтобы всем все стало ясно. Думаю, теперь ни у кого нет вопросов насчет того, а как дела обстоят с эмуляторами на PS4. 4. Если N64 не может нормально работать, то про другие речи не идет вообще. Вероятно, что стоит использовать другие эмуляторы, которые будут выпускаться отдельно. И юзать RetroArch я не рекомендую никому. Может быть появятся фиксы и прочие особенности подобных программ. Но пока что не стоит, да и в будущем думаю тоже. Потому что эмуляторы подходят не для всех, и одним важны ощущения от игры на оригинальной консоли, а другим это безразлично. И главное, чтобы игры запускались. Поэтому каждый выберет для себя, юзать ему эмуляторы или нет. Но то, что Играть другие консоли на четверке не выйдет это факт. Записывал это видео раньше, но сейчас у нас уже 1 сентября, и поэтому видос выходит не как обычно, а утром, а чуть позже. Хочу пожелать всем терпения и, пожалуй, все. Хороших оценок вам пожелает мать, а я не мать, поэтому вот. Но, собственно, растягивать видос я не хочу, и основную часть, как использовать PS4 на максималках, я уже сказал. Это поднятие FPS, сама прошивка, которая позволяет скачивать бесплатные игры. Минусы прошивки, которые связаны с отсутствием онлайна. SSD, которая может увеличить скорость запуска игр, ну и эмуляторы, которые используют на PS4 Запрещено. А так юзайте плойку, как считаете нужным, и надеюсь, что это видео было полезным. Не забывайте подписываться на все возможные соцсети и обязательно телеграм. Ведь там я отвечаю на комменты и скоро отвечу прямо на много. Специально взял паузу. Прошлый видос с Гарри Поттером по просмотрам не зашел, и я не знаю, стоит ли двигаться в этом направлении. Так что пишите, пишите, еще раз пишите. До новых видео и встреч!